И снова здравствуйте! Вы на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре электролобзик Bosch PST900PEL. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Лобзик бытового класса Bosch PST900 подходит для прямых и фигурных пропилов. Лобзик имеет удобную компоновку и простые элементы управления. Прорезиненная рукоять обеспечивает уверенный хват. Для наилучшего обзора линии пропила лобзик оснащен подсветкой Power Light. Прозрачный экран и патрубок для подключения пылесоса помогут сделать работу более чистой. Система сдува опилок обеспечивает оптимальный обзор линии пропила. Стальная подошва обеспечивает долгий срок службы инструмента. В корпусе есть отсек для хранения запасных полотен. В комплекте, кроме самого электролобзика, вы получите устройство CAD-контроль, отсек для пилок, кожух и документацию, упаковка пластиковый кейс. Bosch PST900PEL – электроинструмент мощностью 620 Вт. Используется для выполнения вырезов и продольных распилов дерева, металла, пластмассы, резины, керамической плитки. Возможен пропил 90 мм в дереве, 8 мм в стали и 15 мм в алюминии. Также лобзик подходит для прямых и криволинейных резов под углом до 45 градусов. Для аккуратного пропила инструмент оснащен системой контроля линии распила CAD-контроль, позволяющей вести лобзик точно вдоль обозначенной линии и регулируемым маятниковым ходом. При помощи вращения установочного колесика можно настроить инструмент на необходимую частоту ходов для более точной работы. Благодаря системе Bosch SDS замена пилки осуществляется быстро и без применения дополнительного инструмента. Инструмент имеет фиксатор выключателя, что делает продолжительную работу более комфортной. Преимущества: встроенный отсек для пильных полотен до 6 полотен. Прочная опорная пластина обеспечивает точное ведение инструмента. Кабельный ввод с возможностью подвеса. Контроль линии распила CAD-контроль. Небольшой вес и габариты делают работу с инструментом неутомительной. Прочная конструкция. Система Low Vibration для снижения уровня вибрации. Электронное управление Bosch Electronic. Регулировка частоты ходов. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Немного неудобная подсветка. Мало углов подошвы. Из коробки требует регулировки. Чувствителен к розетке. Мало смазки внутри. Провод коротковат. Нет в комплекте накладки на металлическую подошву. Немного тяжелый. Рычаг фиксации слегка мешает хвату. Но есть и позитивные отзывы. Есть SDS замена пилок. Почти полное отсутствие вибрации. Приятный тихий лобзик. Цена-качество – идеальное соотношение. Очень ровно режет. Довольно мощный. В руке лежит как влитой. Большой кейс. Сдув опилок работает. Возможно, вы станете владельцем этой модели электролобзика. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!